Всем привет! Сегодня у нас с вами очередной вкусный и полезный завтрак. Нам понадобится свежий творог. Количество творога в каждой порции определите для себя сами. Я обычно добавляю от 3 до 6 полных столовых ложек творога. После этого берем баночку свежей сметаны и в каждую порцию добавляем на 3 ложки творога по 2 полных столовых ложки сметаны. Теперь засыпаем это все сахаром. Используйте не более 3 столовой ложки сахара без горки. Можете для удобства использовать чайную ложку. Берите 1 чайную ложку сахара без горки на любое количество творога. Все готово. Подавать такой утренний завтрак лучше со стаканом молока или чашкой цикория с молоком без сахара. Всем приятного аппетита, удачи и хорошего дня!